В ходе вчерашнего марафона во Дворце Республики было вакцинировано более 3200 человек. Люди, получившие 3 недели назад первую дозу вакцин Pfizer, Sinovac и Sinopharm, получили вторую прививку. Впрочем, ставили сыворотку и тем, кто впервые решился на этот шаг. Таковых оказалось 252 человека. Мне кажется, это просто потому, что считаю себя ответственным гражданином. И хочется как можно меньше смертей, и хочется, чтобы родители были здоровы, как можно больше людей, чтобы сохранили жизнь. При этом не все люди, вакцинированные 3 недели назад, пришли на повторную иммунизацию. Оставшиеся дозы отправили в муниципальный центр вакцинации на улице Петру Рариш, куда могут обратиться опоздавшие. Toate persoanele care s-au vaccinat cu Sinopharm, Sinovac sau AstraZeneca în termenul stabilit se pot de asemenea adresa la Centrul Municipal de Vaccinare sau la policlinicile de sector. Напоминаем, что во время первого марафона по вакцинации, организованного во Дворце Республики с 28 по 30 мая, более 5500 человек поставили вакцину против COVID-19. По последним данным, до сих пор были иммунизированы почти 622 тысячи граждан Молдовы. Из них более 223 тысяч получили обе дозы.